Так, ну, стрим должен перезапуститься. Был что-то тормозить сегодня очень сильно. Должен перезапуститься был стрим, ребят. Так, все, перезапустился. Поехали. Поехали. К валу проедемся. Да, что-то сегодня сеточка тормозит. Я даже не знаю, у меня или у YouTube опять. Так, сейчас мы его отпустим чуть-чуть, чтобы нам не мешался. Поехали. Блин, после Макларена, конечно, Porsche совсем другая машина. Грани. Так, 44,6. Мы третий разом. Интересно. Результат. Блин.
Так, сейчас еще кое-что сделаем в настройках, чтобы гонки было приятней. Так, так. Вот так сделаем. Так, и попробуем. Не-не, Альберт, у меня не из-за аэро, у меня из-за того, что я слишком низко машину настроил, поэтому улетел я в красной воде. Там не из-за тебя. Все нормально, ничего страшного, подумаешь, врезался. Бывает. Блин, там было лучше. При тех настройках было лучше. Yellow flag, be careful there. Так, а что я сделал? Совсем запутался, что я сделал. Ладно. Хрен с ним. Так, вот эти вот я хотел уменьшить. И сзади. Сзади чуть-чуть помягче сделать. Так. Ну все, наверное. Блин, какое разное давление эти. Очень разное. Ну ладно, поверим. Так, 20 минут. 40 литров. В общем, поехали. Четвертого места стартуем. Блин, до регистрации на компетишн 2 минуты. Не, не поем компетишн, ребят. Давайте эту гонку.
Поехали. Блин, ну Порше надо победить эту недостаточную поворачиваемость на выходе с настройками. Блин, видите, как сносит морду на выходах. Да ё-моё, опять морда наружу уехала. Эх, ну ладно. Приходится иметь дело с тем, с чем имеем. Сейчас приноровимся к этим настройкам, просто чуть-чуть технику пилотажа придется поменять. Ух ты, ё-моё, ничего себе, как догоняет меня Астон Мартин. Он что, закись азота включил, что ли? Как он так быстро догнал? Просто моментально. Читерство, что ли, какое-то уже появилось вот эти.